Здорово, подписата. Сегодня будем жрать курицу у гриля. Давно не ели, на камеру давно. Так-то я ее ем каждые 3 дня, там, ну, раз, максимум раз в 5 дней, нахуй. То есть по-любому жру. Сегодня будем жрать куру у гриля. Не знаю, всю съем, не съем, вряд ли, наверное, вся не поместится. Ну, зачем это надо, да? Но у собачек будет праздник. Они будут косточки есть. Кто не знает, у меня второй канал, где я кормлю собачек косточками есть. Так, на закусь еще будет у нас помидорчики соленые, я захотел. Ну и свою коронную квашеную капусту. Без нее я не живу, потому что она охуенная. Так, ну что, мы съездим. Ну, конечно, у нас для сыночки вторая партия. Сколько она у нас там? На 3 сотки, да? 300 рублей, 1,5 кг. У вас почем? Скажите, в каком городе вы? Почем у вас? Тут, короче, в Волгограде, в семейном магните. Ну, короче, 1,5 кило, 3 сотки. Почем? По 200 рублей получается, да? 200, 208, вот так. Ну, чё, хорош пиздец, давайте похаваем. И самое главное, на загрызку у нас будет вот такой багетик луковый. Ну, давайте начнем, давайте похаваем, да? Шкурку будем выплевывать, так как я ее не люблю. Для собачек. Почему-то я реально курицу гриль ем чаще всего. Из-за этой пандемии, без пандемии просто, само по себе. Залетает как родная сквашная. Что-то давно жареных огурцов не ел с водкой. Когда тут увидел и захотел. Ну, конечно, без водки. Да? Обязательно используем луковый багетик. Запах лучка присутствует. Вот даже видно вкрапление жареного лука. Собачкам, да? Вот реально, я не знаю почему, но она мне не надоедает. Вообще не знаю почему. Она охуенная. Давайте ее раздербаем. Давайте ножку. Иди сюда, ножка. С нами ножка. С нами ножка. Вот это все собачка. Собачки любят ее. Соус забыл достать. Ну ладно. Хотел этот. С кетчупом. В холодильнике. Вы любите курицу гриль? Ребят, а если ты сейчас кушаешь, то тебе приятного аппетита. Может, ты там на работе там хуяксы пожрать захотел. Еще я люблю с дошком. Ну, вот сын свой с дошком будет. Но я просто не хочу на камеру.
Я уже ел. Ел с дошиком и не раз ее. Да? Собачки любят косточки. Хоть все и пишете, что типа это вредно. Но я вам скажу, сколько я их не кормлю, еще ни одна не сдохла. Я помню, что вы имеете в виду. Я реально с вами согласен, что они вредны. Вот эти места вредные. То есть вот эту шишечку можно съедать. А вот эти места вредные. Ну что ж, я им откусывать буду. Собачкам. Жопку мы не едим. Мы ее собачкам. Собачки любят жопки. Так, что у нас здесь еще есть прихавать? А бедра. Так, это собачкам шкурку. Бедрышко, давайте хованем. Я помню, запомнил, раз траванулся, реально, лет 10 назад. Почему я так плохо отношусь к рустерсу? Лет 10 назад или 8 я курицу гриль с рустерс поел, и она была не свежая. После этого, причем не я один, у нас с сыном расстройство было желудка. И после этого лет 8 прошло, я больше не ел. И вот только вот был обзор у меня. Был обзор на пиццу деревенская. Такое дерьмо. Это я еще пожалел слов, не стал говорить. Ну вообще это дерьмо, а не контура. Когда-то она гремела, я базара нет. Ну сейчас такая конкуренция, она уже давно умерли, эти устерсы. Я сомневаюсь, что они еще есть в поисковике, выдаются, что вообще кто-то покупает там что-то. Сейчас такое... собачкам. Сейчас такое обилие, блядь, да, этой жрачки. Просто куда ни плюнь, одни конторки. Так, а что мы не ели белое мясо? Давай. Еще пару минуток поем и хватит. Давайте белого миска отрежем. Вот так вот. Так, вот так вот. Вот. С нами. Шкурочку мы опять снимаем. Собачка. Сейчас был бы соус, я бы помакал, но я проебал. Вставать я не буду. Мне лень. С помидорчиками залетают. Как родные.
Ну что, 10 минут хорош. Я и без камер даю. Чего вас задерживать? Идите дела делать. Всем пока, всем добра.